это такое, чтобы не давать зарплату, а? Сколько вы не получаете зарплату? 5 месяцев. Я вышла с реанимации в июне месяце. Мне даже больничные не выплатили. Да, больничные платят, госпитальные платят, где-то рабочие. Во втором детском отделении работаю. Во втором детском отделении, как медицинском? Да, медицинском. Что это такое? Приехали, помогли. За что они помогли, приехали? Что это такое? Ну хоть сапа поставьте туда, как он работает. Что это такое?